Мама Галя обнимашки устроила с Цезиком. Папа не успел это все зафиксировать. Ну ладно. Давай, Папа не успел ничего. Вообще. А то постоянно говорят, снимаю только лысых китайцев, а одетых русских не снимаю, да? Вот у нас Лася. Так себе русский-то, йоркширский же он. Йоркширский? Англицкий, получается. Да, он в глубине души все равно русский, да. Вот такой вот. Маму охраняет, спит ночью у мамы в ногах. Прямо красотун. Ровно молодец он, да. А Женька там лупасит корм со страшной силой быстрее. А у Цезика тут все хорошо, у него вот своя лежаночка красивая. Да? Юлик. Он вообще так миллиметраж такой устроил, прошел мимо этой Пикуси и чуть ли не воткнулся в нее. Юлик, иди сюда. Нет, я к мамочке побежал. Вот так вот. Потыкал не к мамочке даже, а к Лизочке. Вдруг мама сядет, можно будет на ручки попроситься. Да. Он уже рядом. Да. Ладно. Так, надо двигаться на работу.